Всем привет, друзья мои! Привет! Привет! Друзья мои, мы едем на море. Мой муж говорит, на очень хороший пляж меня поведет. Я не знаю, никогда там не было. Вот хочу вам показать, что сейчас 1:20, где-то 1:30, и никого нету на улице. Такая жара в Мерсине. Обалдеть, друзья мои. Я покажу вам один из лучших пляжей в Мерсине. Но это надо ехать за городом, как я уже вам говорила. До встречи, друзья мои. Будьте со мной на связи. Так, друзья мои хорошие, мы приехали Эрдемли Юмушку. Мой муж так сказал, я пока здесь не вижу ничего, табло никакого. Вот посмотрите, какое красивое море. Я сейчас вам все покажу. Посмотрите, здесь вот музыка. Вот такие вот гостиницы. Действительно, очень красивый пляж мы были в том году. Море. Вот такое это место. Здесь можно снять пансионат в доступных ценах. До встречи, друзья мои. Смотрите дальше. Так, мои хорошие, вот я увидела надпись «Емишкуму». Посмотрите, как выглядит этот пляж. Покажу вам и поближе его. Такой он, знаете, туристов здесь я в том году мало видела. Но мне здесь понравилось море и все. Что? Небольшой такой пляж, но более-менее чистый, можно сказать, но не совсем чистый. Ветер, жарко, 3 часа дня. В общем, друзья мои, пошла я купаться. Так, мои хорошие, ищем место. Наконец-то я на море. Ищем место, посмотрите, тут 2-3 ряда. Туристов мало здесь. Поехать в Кискарис. Здесь, смотрите, как сделали вход в море. Эвет, эвет, хады. Переполненный. Попросторнее. Люди вот полуголые. Слава богу, мне понравилось это. Это, видно, сделано, вот такая дорожка сделана для инвалидов. Море здесь, посмотрите, шикарное. Друзья мои, посмотрите, какое. Какой именно песок. А вода теплая. Не зря вот здесь можно сейчас сказать, что я нахожусь на Белом море. Средиземное, даже белое. Так, Денис. Вот, друзья мои, посмотрите. Небольшой пляж, но очень-очень мне понравился. Я что хочу сказать, вот если пойти на прямо, вы видите, пансионы такие, вот туда дальше, там можно намного дешевле взять квартиры, снять номер. В этом году не знаю, какие цены, но в том году было выгодно. 3 дня 300 лир, кажется. Сейчас не знаю, сколько. Так, друзья мои, что я могу вам сказать о своих ощущениях? Искупалась я. Конечно, это море для семей с детьми, потому что здесь очень мелкое море. Нужно идти очень далеко, чтобы зайти в глубину. Я очень далеко заплыла. Наверное, никого не было рядом со мной. Море какое здесь? Очень соленое. Пошло у меня носовые ходы, дыхательные, очень жгло.
конечно, море супер. Теплое, такое, как парное молоко. Чистое здесь море. Что я могу вам сказать? Что этот пляж для турецкоязычного населения, потому что я здесь туристов никого не вижу. Туристов никого не вижу. И вот посмотрите, турецкие женщины закрытые. Специальные у них купальники такие. Вот сидит рядом со мной, если вы видите. И вот там именно вот в розовом купается женщина. И вот в шортах, майках купаются. Есть и раздетые, но вот специально продают такие купальники для закрытых женщин. Шапочки. Для туристов я могу порекомендовать пляж в стороне Кыскалеси. Там признают более-менее по-английски, есть русскоязычные тоже население купается. Очень много детишек здесь, это именно море для детишек. И пляж тоже желает лучшего, вот тут мусорят. Я скупалась, волосы намочила, люблю очень. Так хорошо, сейчас буду принимать загар. Хочу показать вам, вот посмотрите, какой красивый костюм у женщины. Видите, такой цветной. Таких костюмчиков они. Я извиняюсь, что ветер вас немножко видео, когда снимаю. Ветер мешает, но никак по-другому мне не убрать. Видите, и так купаются. И вон там впереди, посмотрите, какие костюмчики у девушек закрытых. В общем, здесь на полуголых уже так не смотрят, более такой. Чуть-чуть продвинутый пляж. Я вот так вот сделала. Хорошо, море, друзья мои. Приезжайте в Мерси, друзья мои. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь ко мне, я вам подскажу, где лучше, какой пляж посетить. 5:30, посмотрите, как много прибавилось людей. Я так накупалась, заплыла. Дальше всех. Именно там вот эти люди. Вот там вот, представляете, по пояс. Представляете, сколько идти надо, как далеко. А я еще дальше. Вот где их людей нету, вот туда заплыла. Ой, так нанырялась, накупалась. Так хорошо на море. Пляж мне понравился. Ну, славянка, я здесь сидела. Русскоязычная, никого не заметила. А вот еще костюмчик такой у женщины покажу. Он другой костюмчик идет, специальные такие купальнички. Песочек такой мягкий-мягкий, но там немножко камушки есть. А так мягенький такой песочек. Понравился мне этот пляж очень. Мусор я смотрю, ходят, мусор собирают. И вот семит носят, кукурузу, рыбу продают, балык продают, рыбку. Вот семит на голове носят. В общем, фрукты я видела, черешню, эту вишню, инжир. В общем, здесь голодные не будете. А напротив есть, естественно, и ресторанчики напротив этого моря. Тут, вот сейчас мы спросили с мужем, сколько стоит комнату снять. Какие взяли лира? От 200 лир до 250. Если хотите с бассейном, 250 можно взять в пансионе. В таком, я говорю, не в гостинице, а в пансионе. Есть специальные
комнаты. В этой комнате, значит, друзья мои, есть все необходимое. Кондиционер, телевизор, диван, кровать. Мини-кухня такая есть, и газовый баллон, и тарелки, и посуда. Мы так брали в том году на несколько дней. Душ, ванна, естественно, душ, туалет, балкон, и прищепки даже есть, что где белье вешать. В общем, номера очень чистые. Ну, убирать, по-моему, нужно. Я сама убирала там. У Сеньбола, друзья мои, трубки играют в волейбол. Жара спала. Молодежь играет в волейбол. Людей полно. Никто не собирается уходить домой, уже начинает темнеть потихоньку. И нам так хорошо, не хочется уезжать. Друзья мои, ну что, наш отдых подошел к концу. Покажу вам вот такую вот местность такая. Мои хорошие, очень мне понравилось, хорошо провели время. Вот здесь жарят и что там, мясо было или курица, не поняла, мидии. Ждем автобус и будем ехать в Мерсин. В Мерсин где-то, наверное, 30-40 минут дороги надо. Ну, мы когда ехали, немножко больше было, потому что постоянно он останавливал и брал с собой пассажиров. А так меньше. Так, значит, местность называется Емишкум. Сейчас покажу вам. Вот так люди все уходят и моют ноги, потому что очень все в песку. Вот, друзья мои, Емишкум. Приезжайте сюда, если вы хотите поблизости от Мерсина покупаться в море. Ну, вот здесь вот кокоредж. Готовят уже такие кафешки, подготавливают. Вот в таких вот пансионах, посмотрите, пансионы до 200 лир. Можно там 250 с бассейном. И вот, мои хорошие, вот мы были вот по той дороге. Прямо вот я вам сказала, вот прямо вот туда идти. И мы, значит, там с мужем были. Нам очень понравилось. Вот как раз тут, видите, кусочек красного. Вот там. В общем, мы там были с ним в том году, и нам понравилась обстановка. Вот такие пансионы. Здесь можно подешевле. Конечно, в отелях подороже. Вон там в отелях будет подороже цена. Ну вот, я советую вам. Покупали мы всю еду вот здесь. И я готовила дома, даже вплоть до мяса.